Всем привет, играем Build Battle на сервере Hypixel, с нами. Дан, да. Мы строим ватч, что это такое? Вот что, это просмотр типа? Это просмотр. Это просмотр. Окей. А как это сделать? Типа телевидение что ли? Да. Ну что типа такого, окей, я сделаю сразу пол. Давай сделаем. Я даже не знаю, я как бы делаю хорошо человечков, я делаю кресло, ты стол делишь. А можешь делать камеру еще, типа, просмотр? I'm records. Не, go телек, стол и телек, а я с меня человек и кресло. А, у тебя 8 на 8? Как go, это ты что делаешь, стул у нас получается, да? Я типа получается, так. Я что делаю? Я делаю камеру или как, что? Стойку и телек. Стойку и телек, хорошо, я возьму, значит, заборы. В принципе, можно начинать стол перед креслом, да? Ну, где не слишком далеко, конечно. Вот где-то вот тут сделаем начнем. Нормально? Тут. Окей. Так. Высота такая или еще выше? Как немножко криво сделал, надо где-нибудь вот тут начинать. Чтобы тут была середина. Вот. Здесь. Чтобы тут была середина, получается. Ну, поставь еще. А, ну окей, я понял. Тут где-то. Угу. Если получается где-то вот тут. Середина. Так, и вот тут получается еще ставим. Хотел бы такой себе иметь. Ну, стол такой, ну, не суперский, я бы сказала, ну, подсойдет, думаю. Нет, окей, я кое-что придумал. Я сейчас Говори. Не, я говорю, придумал, как можно сделать лучше стол. Ну, я пока сделаю плазму. Окей. Так, черная какая-то с цветом коричневого, черная. Возьму, значит, черную шерсть. Сколько у нас? У нас еще 3 минуты. Угу. Так, сказал, сюда поставиться. Ну, это не совсем плазма получается. Это какой-то, ну, сойдет. Да, сделай сперва подставку, типа она ж на подставке стоит, плазма, не на самом. Ну, в принципе, да. Ты ж у нас тут, оказывается, лучше строишь, чем я, может быть. Даже так. Может быть, есть такое. Я сам считаю, что я про строительство. Ну, все-таки, может быть, и лучше. Что сделать? Телевизор сделал голубой, из голубой в... Из да голубой. Сделай внутри обсидиан, чтобы, типа, как бы он выключен. А, окей, понял, сейчас сделаю. Думаю, это будет так, более смотреться, чем голубой. Ну, у тебя шейдеры, кстати, или текстуры стоят сейчас? Сейчас у меня просто текстуры. Текстуры. А с текстурами у тебя как выглядит? Нормально? В принципе, сойдет. Ну, думаю, да, так, подставку сделать надо что-то. Ты я все равно ориентируюсь, ну, говори. Нет, говори, я понял. Я как бы ориентируюсь не на свои текстуры, а вообще, как видит это дефолтный. Потому что, я думаю, большинство игроков играют без текстур. Да, я вот на них ориентируюсь. Вот у нас тут дизайнер, как бы. Ой, блин, я же человека-то забыл сделать. Да, ты уже не успеешь, слушай, ну хотя бы чувак, успеешь. Чувак, я успел. Ну ладно, так, давай небольшого, я тут как бы сделаю, что можно сделать, давай тут... С эффектами тут, что поищу погоду, эффекты. И... как так, бы погода в доме не надо вообще. Ну да. Так, плод. А может поставить еще. Подожди, сейчас, подожди, хочу поставить. Ты строй. Кое-что сделаю. В принципе, можно. Да, тут кое-что подправлю, окей. Не знаю. Окей, да. Не знаю, понравится тебе или нет. Как такую вот подсветку сделать на полу. Сделать ночь. Или вечер хотя бы. Окей. Ты вроде бы время менять не можешь, но попробуй. Если нет, я быстренько поменяю. Давай ты лучше поменяй, чтобы не тянуть. Вдруг я все-таки не смогу поменять. Так, окей. И время как-то уйдет просто так. Все. О, вот, отлично, вот, хорошо. Телевизор еще подсветить надо, сейчас подсветим. Окей. Так, я мы успеваем, в принципе. Знаю, меня тут потею вообще, прям жестоко. Так, так, да, потеем, так потеем. Волосы. Вот, нормальная подсветочка, думаю. Нормально? В принципе, можно, знаешь, как сделать? Вот тут поставить подсветочку.
подожди, тут меняю кое-что. Где? А я там два блока сломал. Ладно, пофиг. Вот, в принципе, вот так я и возле телевизора сделал подсветку, вот, на телевизоре посмотри. Оставь, нормально. Все. Все, отлично. Думаю, люди это оценят. Мне показалось, что он голос. Так, я заскринил. Давай. А я заскринил, к сожалению. Может, ватч это как часы? Это часы, или... типа? Ну, не знаю. Поставлю поп, потому что мне кажется, что... Да, вот ему вот, это наш, еще не забыл. Прикольно, кстати, подсветка сделана. Ну, думаю, люди оценят, как бы. Ой, у меня тут волос немножко кривой, ну да ладно. Ну, просмотр это TV. Ну, мне кажется, мы что-то не то сделали. Чувствую, да, может, это что-то такое. Это вообще что такое? Хай. Это супер пуп. Привет, говорит. Может, представление, чувак, может быть? Может, это часы? Что-то тут часов я не вижу нигде, только в одном видео. Вот, вот часы. Это часы? Мне кажется, это... Окей, это часы? Что-то догонишь. Это часы? Да, ладно, нормально. Ну, друг... Да, это часы. Ватч. Ладно. Просто больше ты еще просмотрим, можешь даже потом посмотреть. Если ты уж мне не веришь так. Да, окей, мы просто... Ватч, мы просто все это время делали что-то не то. Да, это часы. Ну, кстати, да, вот эти... Все. Ну, не знаю, но если бы это был телевизор, типа вот это, то как бы мы хорошие дома места заняли бы. Может, даже сейчас хорошие. Кто знает. Хотя бы четвертое и пятое хотя бы занять. Сейчас. Девятое, десятое? Да. Не знаю, ну это у нас, что я вообще, я что последние постройки вообще не оценивал. Я тоже. О, вот это, кстати, ну это как, окей. Мне гуд, мне нравится. А, минимализм. Стоп, тут второй чувак, ладно, гуд, да. Девочка и мальчик. Ага, вижу, понял. Ну, для начала, думаю, сойдет. Стоп, ватч. Это типа, что, я вообще запутался, что такое ватч. Потом посмотришь переводчики, ватч, это просмотр еще переводится. Ну, можно просмотр представить как... Что это? Ничего, что ли? Нет. А, ну, не, вот часы. Это часы. Ну, я понял. Okay. Ну, окей, да. Watch, это просмотр, наверное, переводится. Ну, скорее всего, ладно. Ну, ладно, нет, суперса. Что может, это? Может, там время? А, это типа рука? Как бы это реализовано не очень. Это типа что? Это что, типа Супермен? Супермен, FT Watch. Ну, окей, поставлю. Нет, мне не красиво. Да. Мне, наоборот, понравилось. Даже в угоду. Это... Дембель, что ли? Ну окей, вот это окей, да, ладно. Похоже, чуть на почтальона Пэта. Что-то у меня сервер лагает. Чуть-чуть. Сервер именно, не играл, сервер. Тебе не лагает? Что это такое? Нет, значит. Нормально. Ну, да, нормально, да. Ну вот это со стеклом чуть-чуть не доделано, ну так, ладно, нормально. Так, что тут у нас? Ну, тоже окей. Может, это ватч в модель часов? Не знаю. Просмотр. Ну, какое мы место? 15-е место. Больше ничего ждать не надо.